Здравствуй, мой дорогой любимый зритель, подписчик и гость моего YouTube-канала. Сегодня, 15 мая, мы с вами посетим Николо-Архангельское кладбище. Сегодня дата памяти российской эстрадной певицы, киноактрисы и телеведущей Жанны Владимировны Фриске. Жанна Владимировна Фриске родилась 8 июля 1974 года, а скончалась 15 июня 2015 году. Жанне Фриске в этом году могло бы исполниться 50 лет со дня рождения. Обязательно поедем тоже, почтим память Жанне Владимировне Фриске. Похоронена Жанна Фриске на Николо-Архангельском кладбище. По традиции от нашего YouTube-канала «Лампадочка» на ее могилу. Сегодня у нас 15 июня 2024 год. Николо-Архангельское кладбище. Thank you.
жизнь, она будет в наших сердцах всю жизнь пьет. 8 июля ей было бы 50. Вот какой бы вы, какой вы себе представляете, какой она могла бы стать? Красавицей. Как обычно, красавицей. Знаменитой. Очень. Она очень набожный человек. Она верующий человек. Поэтому что сейчас говорить? Скорее всего, она бы была самым лучшим на этом свете. Но, к сожалению, Господь забирает рано красивых, молодых, умных. Наверное, они ему там тоже зачем-то нужны. Сереж, поставь поменьше в вазу. Пойдем сейчас. Сережа, пойдем, поможешь. Там вынесу. Белые розы, это ее любимые. Она вообще любила очень, как называется, пионы и синие. Я вспомнила, что-то я растерялась. Вот. Да, ну роза, она вообще любила все цветы. Но больше всего она любила пионы. Поэтому мама, я не знаю, она хорошая девчонка была. Веселая, отзывчивая. Всегда на помощь могла прийти. Любому человеку почему. У нее не было вот этого пафоса, как бывает, знаете, у многих. Вот этой звездности не было. Я ее любил как лучше. А замечали ли вы в ее характере бойца? Ну да, она такая же, да. Но если она принимала участие в таких передачах, как в цирке, последний герой. Она сильная девочка была, влюбленная. Ребята, извините, мне нужно помочь. Как вас зовут? Светлана. А фамилия? Зубарева. Спасибо. Да не за что. Давай, мамочка. Все нормально было, Вов, не переживай.
Сережа, выкинь, пожалуйста. Да. Наташа с мамой тоже. Никуда. Ну, да, не да, чтобы было вообще сказать. О, Лили. Привет, мои хорошие. Привет. Привет. Как сюда? Давай ручку вот туда поставим. Да. Здравствуй, мой человек. В чем душа держит? Привет, дядя Волочка. Вчера домой сюда увидел. Да, я вас наблюдала. А вы туда поставили? Я не знал, что такое да. Да? Не, знаешь, как это? Вот туда надо. Периодически для меня, наверное, когда человек уходит из нашей жизни, важно, чтобы человек жил дальше в нашем сердце. Так с Жанной относится. Мама только что рассказывала, что мы с ней были в плане до самого конца. Анекдоты, какой она была вот в последнее время перед тем, как уйти? Жаловалась ли, было тяжело, или она все-таки держалась и была бойцом? Вот мы с вами в дату памяти побывали на могиле Жанны Фриске. Приходили родственники. Вам огромное спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. До скорых встреч.